Ну, не может, значит, именно. Ну, значит, не может. Ты посмотри, сколько делают поворотов, и почти ни у кого не зачитывается. Ковач. Ничего да. Себе. Ну и руки уже на полу, стало бы 2-2, уже минус 1 балл. Абсолютно. Да, допустила падение, но попыталась все-таки сложно обрабатывать. Конечно, конечно, да. Опа, здесь она линзание. Владеет этими, да, владеет этими винтами вгруппированных, да, вот заметно. Но я сразу обратила внимание, когда она начала первую позу в глубоком приседе. Я говорю, какой же дурак не ставил, потому что с колен встать, чтобы сейчас начинать акробатику, это нагрузка уже некоторая. Я не вижу смысла в таком стартовом, в такой стартовой позе. Пока она их выпрямила, пока она проходила. Ну, здесь уже... Кажется, как будто ноги подсели, у нее устали. Ну, подустают, это естественно устают. Если честно, плохой прыжок, потому что совсем у нее створ ног был не шпагатный. А устают естественно. Не устают только от напайлов. А все нормальные девчонки устают к концу. Это тяжело, такая, в общем, довольно большая акробатика, которую надо выполнить.